Всем привет, с вами Патриот, и это заключительный урок по системе UCOS, в котором я расскажу про мультимедиа. Для начала зайдем на сайт UCOS. Допустим, я хочу добавить музыку на сайт. Для этого входим на сайт под своим логином и паролем. Так. Теперь идем в добавление материалов. Допустим, я хочу добавить его на главную страницу. Нажмем «Добавить новость». Потом переходим в панель управления. Так. Так, заходим в файловый менеджер и добавляем файл с музыкой. Обзор. У меня он на рабочем столе. Загрузить файл. Ждем. Так, все, загрузили. Теперь нам нужен код на этот файл или ссылку. Берем. Нажимаем на вот такой вот значок и копируем ссылку и идем сюда, жмем мультимедиа, подключить аудио, вставляем ссылку, жмем левую кнопку, копируем HTML, копируем JavaScript код, или HTML, заходим в панель HTML, вставляем, выравниваем по центру. И жмем добавить. Так, не запомним название материала. Напишем музыка. И жмем еще раз добавить. Все. Добавлено. Переходим на страницу с материалом. И вот у нас появился плеер. Музыка играет. Можно перематывать, на паузу ставить. Так. Теперь я вам расскажу, как добавлять видео на свой сайт. Видео добавлять гораздо проще, чем музыку. Например, я хочу добавить видео с YouTube. Зайду в каталог статей. Зайду в YouTube. Так. Напишу в поиске Crysis 3 трейлер. Выбираем любой трейлер. Так, смотрим, чтобы он обязательно работал. Копируем ссылку с YouTube. Идем в добавление материала. Так, сейчас это не так. Идем в каталог. У меня это как бы каталог статей. И жмем добавить статью. Выбираем категорию любую. У меня это обзоры. Хотя нет, в разработке пускай будет. Так, тут пишем обзор Crysis 3. Так. Тут напишем официальный трейлер Crysis 3. Сделаем по центру. Так, и опять жмем мультимедиа. Подключить видео YouTube. Вставляем ссылку. Жмем левую кнопку. Копируем. В этом случае BB код. Потому что я на панели BB нахожусь. Так. Устанавливаем видео по центру.
И еще раз копируем это все. Так, жмем добавить. Переходим на страницу материала. И что мы видим? Вот у нас появился плеер, который проигрывает видео. Также можно добавлять видео, например, ВКонтакте. Для этого зайдем на vk.com. Так, в видеозаписи. Так, ну тут, например, Far Cry 3. Так, копируем ссылку. Обязательно вот в таком окне. Обновляем также в разработке. Тут пишем Far Cry 3. Здесь также идем в мультимедиа, подключить видео. Вставляем. Получаем код. И вставляем код сюда. Ставим по центру. Так, это тоже по центру. И жмем добавить. Идем на страницу. Так, тут какая-то ошибка, еще раз. Так, редактировать. Так, еще раз копировать ссылку. Мультимедиа, подключить видео, вставить. Попробуем так, оставить только цифры. Так, добавить. Блин. Странно. Ладно, можно добавить еще одним способом. Видео. Так, сейчас. Попробуем добавить не в BB, а в HTML. Может, из-за этого. Так. Так. Вот, получилось. У меня плеер только почему-то не загружается. Но вообще у вас тут будет плеер. У меня почему-то не загружается. Так, видео можно добавлять практически со всех видеохостингов. Давайте, например, добавим видео. Ну, с Mail, что ли. Нет, смотри.com. С видеохостинга смотри.com. Сейчас загрузится. Смотри.com. Так. Ну, тут какое-нибудь видео, например. Ну, я напишу Hive Live за 30 минут. Ну, ладно, любое видео, скажем, добавим.
Пускай будет. Скажем, вот это. Название можно скопировать. Так. Тут спец. Тут код. Тут все проще. Жмете на коды и копируете любой. Например, HTML код. Копировать. Панель HTML. Вставить по центру. Тут тоже панель HTML. Вставить по центру. Жмете добавить. Переходите на страницу. Странно, почему-то не грузится. Сейчас еще раз. Так, так. Так, ну вроде все. Это все, о чем я хотел рассказать. Это был последний видеоурок, в котором я рассказал про мультимедиа. Дальше открываются, я открываю новую серию видеоуроков по информатике. Первый урок «Введение в информатику» уже выложен на моем канале. Смотрите, комментируйте. С вами был Патриот, удачи!